Химкинской художественной галерее имени Горшина пополнение. Три новых полотна кисти художника Максима Виндриевского подарила пинакотеке его дочь Нина Богданович. На картинах изображены два портрета и натюрморт. О каждом сюжете Нине Максимовне есть что рассказать. Это, например, ее дед по отцовской линии. Дедушка в церкви прятал людей. А его одно время там получилось так, что его поймали. А у него, видите, рыжие усы. Его приняли за еврея. И как относятся к ним. И повели на расстрел. Ну, в нижнем белье все. Он решил сэкономить время, жизнь. Он говорит, подождите, я посмотрю, сколько времени. Достает анкерские часы у него осталось. Это подарок чей-то. Он смотрит на часы и разговаривает с этим командиром там белогвардейцев. Тот говорит, а как ты их получил? Он рассказывает, как то, что... И в это время, когда вот он рассказывал, кто-то какой-то прилетел всадник, кричит, красные въехали в село. И вот это его спасло. Расставаться с полотнами Нине Максимовне, конечно, немного грустно, но мысли о том, что работы отца будут радовать множество людей, греют душу. К тому же здесь картинам будет обеспечен необходимый уход. Я знаю, что какой-то труд... Как их сберечь дома очень сложно. Здесь особый уход будет за ними. Вот рассказывала Анна Викторовна, что и реставрировать каждый вот штрих надо, и потом по-разному картины играют. А дома они будут просто висеть, а здесь они живут. Перед тем, как выставить полотна на всеобщее обозрение, специалисты картины и галереи имени Горшина тщательно осмотрят их и при необходимости проведут работы по реставрации.